Здравствуйте, дорогие друзья! Как провести эти предновогодние выходные и последние деньки уходящего года, подскажем в нашей афише. В период новогодних и рождественских праздников в муниципалитет запланирован более 600 мероприятий. В парках города, муниципальных учреждениях образования, культуры, спорта, службы семьи и социальной защиты. Пройдут новогодние утренники, вечера, театрализованные представления, выставки, концерты, спектакли и спортивные соревнования. Каждый день до 30 декабря в Самарском театре «Витражи» будет проходить новогоднее шоу «Кастинг. Камера. Мотор» для детей с 11 до 14 лет. Шоу с развлекательной программой, съемками фильма, клипов, дискотека с Дедом Морозом и Снегурочкой. Начало в 15:00. В Доме культуры «Волжанин» тоже собирают детей на представление «Вокруг елки. Новогодний серпантин». Праздник там живет до 30 декабря, начало представлений в 14:00. 26 и 27 декабря в Самарском литературном музее имени Горького вас ждет детский утренник «Как смастерить чудо и подарить его другу». А в Дворце культуры «Современник» в ближайшую субботу искрометное шоу «Новый год в гостях у Золушки». В программе шоу «Гигантских мыльных пузырей» лазерное шоу «Дед Мороз и Снегурочка». 28 декабря праздники пройдут сразу в нескольких уголках нашего города. Во Дворце культуры «Заря», к примеру, в 10 и в 13 часов вас ждет театрализованное представление «У елки» и спектакль «Виртуальный Новый год». Дом культуры «Чайка» приглашает в понедельник на новогодний бал, начало в 18:00. А ДК «Железнодорожник» имени Пушкина приглашает на новогодний спектакль для самых юных зрителей от 3 лет «Преступление века. Миньоны». В ночь 31 декабря на 1 января самарцев приглашают вместе встретить Новый год на площади имени Куйбышева. Запланирована концертная развлекательная программа и праздничный фейерверк. На сегодня все. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю ярко провести заключительные дни года уходящего. До свидания.